кровная месть – древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи, рода, племени, клана, группировки, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия. Кровную месть осуществляет, соответственно, кто-либо из членов семьи, рода, племени, клана, группировки т.д., который принадлежал убитой. В ряде случаев, кровная месть заменялась выкупом или же переходом на пострадавшую сторону человека, совершившего убийство, для замещения убитого. Здесь человек воспринимается как часть родового, кровного, объединения, а понятие личной чести объединяется с пониманием чести всего кровного союза. Обычай кровной мести является элементом правовых систем, в которых государство либо не существует, либо не в состоянии обеспечить правопорядок, отсутствие монопольного права на насилие у государства. В такой ситуации за убийство семья жертвы наказывает семью преступника, чтобы восстановить семейную честь. В качестве семьи могут выступать, в зависимости от обычаев, не только биологические родственники, но и весь клан или группировка. Кровная месть появилась в первобытном обществе, где отсутствовали иные средства правового регулирования. Кровная месть отражает принцип равного воздаяния за преступление, который в Ветхом Завете сформулирован как «око за око, зуб за зуб», за нанесение вреда имуществу виновный отвечает соответствующим имуществом, за нанесение вреда здоровью-соответствующей материальной компенсацией, за убийство-изгнанием или смертью, что соответствует наиболее простому пониманию человеком справедливости. Возложение же ответственности на семью, род, с одной стороны, делает месть легче осуществимой, с другой-ставит убийцу в положение ответственного перед своей собственной семьей, ведь если он избежит мести, она просто будет осуществлена по отношению к кому-то другому в семье. Кровная месть чревата опасными последствиями-месть нередко становится еще более жестокой, чем предшествовавшие ей преступления, влечет за собой ответную «месть за месть», и в итоге выливается в долгие кровавые конфликты, нередко приводящие к обескровливанию обеих враждующих групп и полному уничтожению одной из них. С одной стороны, это служит определенным фактором сдерживания, с этим связывают, например, бытовавшие у арабов-кочевников обычай грабительских набегов на соседей, при которых самым лучшим образом действий считалось захватить ценности, но никого не убивать, чтобы не провоцировать месть. С другой стороны, как было понято уже очень давно, негативные последствия слишком значительны. Известны случаи, когда целые кланы мстили за события многолетней давности, в результате полностью уничтожая друг друга. Вследствие этого уже у древних народов существовали обычаи, позволяющие прекратить или предотвратить кровную месть. Так, у тех же арабов-кочевников род совершившего непреднамеренное убийство мог откупиться достаточно большим выкупом. У кумыков адат кровной мести назывался «душман кавлов». Преследование врага – конвакан, кровь за кровь. Тухумная, родовая, солидарность выражалась вообще в защите всеми членами рода общих интересов против посягательства извне. Средством самообороны рода была кровная месть. Кровная вражда некоторых семейств, тире писал В. Комаров, тире переходила из рода в род, иногда кровомщение завязывалось между селениями и длилось целые столетия. Жители некоторых селений, опасаясь от кровомщения, переходили на другие места и основали новые селения в чужих обществах. Несмотря на судебную кару, тире отмечал П. Ф. Свидерский о южных кумыках, тире родственники убитого считают своим священным долгом пролить кровь убийцы или его родных, происходит новое убийство или ранение, влекущее с обратной стороны снова кровную месть, говорят, иные семьи враждуют таким образом целыми поколениями. В средневековой Европе обычай имел широкое распространение. Так, кровная месть хорошо известна в Древней Руси, упоминание о ней присутствует в «Русской правде» 11-12 века, где, в частности, оговаривалось, кто имел право мстить за убийство родственника. За убийство мстили брат за брата, сын за отца, отец за сына, племянник за дядю и тетю. В остальных случаях, а также в случае, если мстителей не находилось, убийца обязан был уплатить виру-штраф в пользу князя. Сыновья Ярослава Мудрого в XII веке законодательно запретили кровную месть. Месть была распространена и в средневековой Италии, в скандинавских странах, среди германских народов и в странах, населенных представителями данных культур. Словом, вендетта, кровная месть называлась, главным образом, на островах Сардинии и Корсика,
где она бытовала даже в начале XX века. В XII-XIX веках обычай практиковали греки Маниоты с полуострова Мани в Южной Греции. Сегодня принцип кровной мести практикуется в странах Ближнего Востока, у некоторых кавказских народов, в Албании, а также в Южной Италии. По состоянию на начало 2009 года законодательство Российской Федерации рассматривает мотив кровной мести при совершении убийства как отягчающее вину обстоятельства. За убийство на почве кровной мести статья 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы. Кровная месть в России после гражданской войны. В некоторых местностях кровная месть была очень распространена. В 1924 году, по данным прокуратуры, 80 тяжких преступлений в Дагестане совершались по мотиву мести. В 1931 году была введена поправка к Уголовному кодексу РСФСР, предусматривающая наказание до расстрела за убийство на почве кровной мести. Бывший заместитель председателя Совмина Чечено-Ингушской Асурли Макасаев говорил, что в советские времена на Северном Кавказе проводилась эффективная борьба с кровной местью. В советское время в республиках Кавказа убийств было гораздо меньше, чем на всей территории СССР. Горцы всегда аккуратно относились к своим поступкам и даже словам, зная, что за них придется отвечать. В советское время научились эффективно бороться с кровной местью, гибко применяя уголовный кодекс и воспитательные меры. В УК была 231-я статья, карающая за уклонение от примирения, до 2 лет лишения свободы. Это был сильный рычаг давления на тех, кто не хотел примиряться. В каждом районе Дагестана и Чечни были комиссии по примирению кровников, в которые входили старейшины, партийные и советские функционеры, душившие в зачатке любые конфликты между семьями и родами. Сейчас вся эта система разрушена. Более того, древние традиции кровной мести наложилась на беспредел, который творится сейчас на Северном Кавказе. Людей убивают по экономическим, политическим и чисто уголовным мотивам, а прикрываются кровной местью. Кровная месть, как теперь убивают на Кавказе, кровная месть – обычай, сложившийся при родовом стране как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным один. В последние месяцы появилось сразу несколько поводов для того, чтобы убедиться, на Северном Кавказе принцип кровной мести отнюдь не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм. Ямадаевы, кровники Кадырова, 30 января, «Новая газета», опубликовала материал, согласно которому, по данным силовиков, за покушением на главу Чечни Рамзана Кадырова, которое готовилось весной 2016 года, но было предотвращено, могут стоять кровники главы Чечни, братья Ямадаевы 2. В марте 2017 года КСУСК по Чечне вынесло постановление о розыске Иса Ямадаева как подозреваемого в покушении на главу республики 3. В постановлении указано, что с мая 2016 года Ямадаев предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Эра виновен в гибели его брата-Ямадаева действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство. Сообщение о том, что кланом Ямадаевых в отношении клана Кадыровых объявлена кровная месть, публиковались и раньше. Так, после убийства в сентябре 2008 года Руслана Ямадаева в Reuters появилась информация, что его брат Сулейм Ямадаев якобы объявил кровную месть Рамзану Кадырову. Сам Ямадаев эти сведения тогда опроверг. 5. В марте 2009 года в Дубае было совершено покушение на самого Сулейма Ямадаева, который в результате нападения скончался. Иса Ямадаев, который после смерти братьев Руслана и Сулейма возглавил семейный клан, едва тоже не стал жертвой покушения летом 2009 года. На поминках по Сулейму Ямадаеву в 2010 году в Гудермесе присутствовали Рамзан Кадыров и его двоюродный брат Адам Делимханов, что дало экспертам возможность заговорить о достижении между сторонами конфликта мирового соглашений. По шариату примирение кровников позволяет прекратить уголовное преследование. Когда Иса Ямадаев передал в суд Объединенных Арабских Эмиратов письмо о том, что он отказывается от претензий в отношении всех обвиняемых в нападении на брата, апелляционный суд Дубая заменил пожизненное заключение фигурантам дела об убийстве Сулейма Ямадаева и Рансума Ахдилорни и гражданина Таджикистана Максуджину Исматову на 27 месяцев лишения свободы. По информации «Новой газеты», однако,
Примирение было искусственным и фактически не было признано ни одной из сторон. Оно якобы было необходимо только для того, чтобы снять обвинения в организации убийства Сулима Имадаева Саддама Делимханова. По данным издания, двое оставшихся на сегодня в живых братьев Имадаевых, Бадрудиса, по-прежнему считают виновным Кадырова в убийстве депутата Госдумы АЧР Руслана Имадаева и командира батальона «Восток» Сулима Имадаева, и именно с фамилией Имадаевых связывают недавние покушения на Рамзана Кадырова чеченские силовики, ведущие расследование. 21 декабря 2017 года силовики провели операцию в Гудермесе по поиску Исаимадаева и его младшего брата Бадруди. На обыски приехали около сотни силовиков. Такой ажиотаж правоохранители объяснили тем, что Исаимадаев объявлен в федеральный розыск по подозрению в попытке покушения на Рамзана Кадырова. Хотя в контексте предыстории взаимоотношений Кадыровых и Имадаевых ситуация выглядит как использование админресурса для кровной мести. Кровная месть родственникам боевиков – другая история. О случаях объявления кровной мести в Чечне связана с обострением ситуации в республике после боестолкновений в Грозном 17-18 декабря 2016 года. По официальной версии, в нападении на чеченских силовиков участвовали сторонники запрещенного в России исламского государства. После столкновений власти Чечни организовали несколько сходов, на которых жители городов и селений потребовали не только выселить родственников преступников, но и объявить им кровную месть. Такие сходы прошли в селе Пригородном, в Грозном, Цоцеюрте, Курчало и Шиле. При этом, например, в Пригородном в сходе участвовали не только рядовые жители села, но и представители власти, помощник главы Чечни, представители МВД, а также представители духовного управления мусульман Чечни. Участники схода потребовали выселения из республики родственников Делимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации декабрьских нападений. В беседе с корреспондентом «Кавказского узла» представитель ДУМ сообщил, что участвовавшие в сходе родственники убитых бандитами сотрудников полиции объявили кровную месть этой семьи. Житель Пригородного по имени Муса рассказал корреспонденту «Кавказского узла», привели родных этого Бахарчиева. Сказали, что они виноваты в том, что по вине их человека погибли сотрудники полиции, что таким не место среди нормальных людей, что их надо изгнать из республики. Еще там были несколько человек, как оказалось, близкие убитых полицейских. Они прилюдно заявили, что объявляют Бахарчиевым кровную месть. К 26 декабря все мужчины из семьи Бахарчиевых покинули село. Настороженно отнесся к произошедшему руководитель одной из местных НПА, посмотревший репортаж о сходе в Пригородном. «Кровную месть у нас вроде бы отменили. Во всяком случае, так утверждало наше руководство всего несколько лет назад, когда активно примеряло кровников. Теперь ее открыто объявляют целые семьи». Он также отметил, что родственники убитых полицейских не имели оснований для объявления кровной мести семьи Бахарчиевых. «Кровную месть у нас объявляют не напрямую, а через посредников, представителей других родов и типов. При этом даются объяснения, почему это делается. Здесь же прямо на сходе, при участии представителей муфтията и высокопоставленного сотрудника МВД родственники убитых говорят, что они это не оставят и что объявляют Бахарчиевым кровную месть. Я уже не говорю о том, что непосредственные убийцы этих полицейских были ликвидированы во время спецопераций. Какая может быть кровная месть, если убийца мертв?» На сходе, который прошел 30 декабря 2016 года в Грозном с участием родственников убитых полицейских и боевиков, а также представителей их типов, старейшин и богословов, советник главы республики Адам Шахидов, по сообщению корреспондента «Кавказского узла», призывает простить родственников убитых в ходе спецоперации боевиков и отказаться от кровной мести. Однако родственники убитых полицейских отказались пойти на такой шаг. Источник «Кавказского узла» в чеченском Минздраве также сообщил, что трое задержанных после декабрьского столкновения в Грозном предполагаемых боевиков, которые находились с ранениями в больнице, были вывезены оттуда и убиты вооруженными людьми. При этом колумнист Deutsche Welle Олег Кашин со ссылкой на анонимные источники сообщал, что раненые были убиты их собственными родственниками, которых поставили перед выбором. Или вы сами их убиваете, или мы уничтожаем все ваши семьи, включая маленьких детей, 6. Эти данные пока остаются без подтверждения,
Однако известно, что как минимум одна предполагаемая участница группы боевиков Мадина Шахбиева, раненная в ходе спецоперации в Грозном, была вывезена из больницы, убита и похоронена без поминальных обрядов. Эти сведения подтвердил достоверный источник ПЦ, Мемориал, который сообщил также, что родственники Шахбиевой, среди которых есть сотрудники силовых структур, отказались от нее после похищения из больницы. Изгнание родственников боевиков из чеченских селений после боестолкновения 2016 года стало уже не первым подобным эпизодом. За два года до этого введение принципа коллективной ответственности для семи участников вооруженного подполья заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом тогда также стало нападение боевиков на сотрудников полиции в Грозном, случившееся в декабре 2014 года. Глава республики после той атаки заявил, что семьи боевиков будут немедленно выдворяться из Чечни без права на возвращение, а их дома сноситься вместе с фундаментом. Чечня не единственный регион Кавказа, где продолжает применяться принцип кровной мести. Например, в середине января 2016 года суд в Черкесске заключил под стражу двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова и его двоюродного брата Алана, по обвинению в убийстве по мотивам кровной мести. Алборовы в течение 10 лет искали своего бывшего соседа Александра Гаяева, который, как они считали, организовывает покушение на отца Игоря Алборова, Олега Алборова. Выяснив, что Гаяев живет в поселке Ударный Прикубанского района КЧР, Алан и Игорь Алборовы приехали туда и жестоко расправились с 70-летним Александром Гаяевым и его 30-летним сыном Аланом, нанеся им множество ранений ножом. Олег Алборов, за убийство которого хотели отомстить Игорь Алан, был секретарем Совета безопасности Южной Осетии, а до этого возглавлял КГБ республики. Он погиб 9 июля 2006 года от взрыва бомбы, заложенной в его автомобиль 7. Как обычай кровной мести сохранился до наших дней. Исторически для народов Северного Кавказа обычай кровной мести был важным регулятором общественных взаимоотношений. У вайнахских народов, чеченцев и ингушей, народов Дагестана, аварцев, лакцев, ногайцев, кумыков и другие. Обычай кровной мести регулировался сводом обычного права, а датами 8. У горцев кровомщения не есть необузданное, неудержимое чувство, вроде вендетты корсиканцев, это скорее обязанность, налагаемая честью, общественным мнением, требованием крови за кровь, цитируют исследователи 19 века Леонтия Люльина и Мунефлишева, автор «Алога», «Северный Кавказ сквозь столетия», на «Кавказском узле». Кровная месть не имела срока давности. Бывали случаи, когда месть была осуществлена через 50 или 100 лет, даже если виновник смерти и его близкие родственники умерли. Поэтому кавказских народов до сих пор считается, что лучше решить все вопросы, связанные с кровной местью, как можно быстрее, чтобы потомкам жилось спокойно. Когда кровник умирает естественной смертью, не дождавшись ни мести, ни прощения, под удар попадают его ближайшие родственники, брат, сын, внук, а если таковых нет, то другие родственники мужчин 9. С течением времени, особенно с изменением социально-экономических условий и на Северном Кавказе в конце 19-й, начале хахав, возникло понимание, что кровная месть как способ решения конфликта приводит лишь к бесконечной череде взаимных убийств и подрывает общество изнутри. Поэтому в целях самосохранения был выработан ряд способов предотвращения убийств и замены их штрафом. Например, такой вариант был принят почти у всех тюркских народов Дагестана, когда родственники убийцы выплачивали штраф пострадавшей стороне. Размеры штрафа зачастую зависели от влиятельности и многочисленности родни убийцы 10. Подобная практика существовала и у других народов Кавказа, например, у ингушей. Чеченцы в большинстве своем отвергали примирение посредством выплаты цены крови, что считали большим позором. «Мы не торгуем кровью убитого», нередко говорили в Чечне 11. Жившие по соседству с чеченцами терские ногайцы, пожалуй, единственные из народов Дагестана, также отказывались принимать выплату штрафа за убийство 12. И в эпоху Российской империи, и в советское время власти пытались бороться с практикой кровной мести, однако полностью сжить обычай не получалось. Например, в дореволюционной России в Дагестане на почве кровной мести или по другим причинам, коренящимся в пережитках родового строя, погибало в среднем 600 человек в год 13. Советские власти привлекли к борьбе с обычаем кровной мести общественность,
Из коммунистов и комсомольцев создавались окружные сельские комитеты по борьбе с пережитками кровной мести. В 1929 году в Дагестане по судебной статистике зафиксировано 118 случаев кровных убийств, в 1930-м – уже только 30, в 1931 году-22 – 14. Однако даже несмотря на жестокие советские карательные законы, в 1931 году была принята поправка к Уголовному кодексу СССР, согласно которой убийства на почве кровной мести стали квалифицироваться как «государственные преступления» по СТ.58П.8 с применением высшей меры наказания, расстрела 15 и принятой позже 231 статья УК, дававшая из уклонения от примирения до 2 лет лишения свободы 16, больших успехов власти не достигли. В конце 70-х, начале 80-х годов 20 века кровная месть была основным мотивом 47% зарегистрированных в больших городах телесных повреждений и 70% убийств на Северном Кавказе 17. Как отмечает кавказовед Наим Унифлишева в своем блоге на «Кавказском узле», именно со второй половины 20 века начинается деградация кровной мести, из традиции, имеющей внутреннюю логику и саморегуляцию, она превращается в самосуд. Сегодня обычай кровной мести отчасти сохраняется во всех республиках Северного Кавказа. После распада Советского Союза, с ухудшением общекриминогенной обстановки, количество убийств и ранений на почве кровной мести на Кавказе даже превысило дореволюционный уровень 18. Например, в 2007 году из 170 убийств, зарегистрированных прокуратурой Дагестана, 42 составляли покушения на убийство, 7 – без вести пропавшие, а 4 – на преступления на почве кровной мести. Тогда как к середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в республике были так или иначе связаны с кровной местью 19. При этом, как подчеркивают представители правоохранительных органов Дагестана, именно институт кровной мести блокирует разгул преступности в горных районах, где этот обычай распространен больше всего 20. Попытки контролировать кровную месть в Чечне. После прихода к власти в Чечне Джохара Дудаева и с началом военного конфликта, в республике сложилась ситуация, способствовавшая широкому распространению кровной мести. В условиях, когда представители одних кланов поддерживали федеральные силы, а другие оказывались на стороне сепаратистов, и по разные стороны баррикад оказались сотни людей, до сих пор обвиняющих друг друга в преступлениях 21. Попытки откорректировать применение кровной мести были предприняты в 1996-1999 годах, в период после окончания Первой Чеченской войны, когда президент Ичкерии Аслан Масхадов пытался внедрить в республике вместо адатов шариатский суд 22. Этот суд, основанный на исламском законодательстве, предполагал замену института кровной мести, талионом, кисас, в исламе, равным возмездием 23. По словам исламоведа Д.Н. Ринаты Беккина, этот уголовный кодекс Ичкерии образца 1996 года практически один в один соответствовал УК Судана, принятому за несколько лет до этого в соответствии с маликитским мазхабом. В Чечне преобладает шафитский мазхаб. Сторонники введения данного закона в Чечне так торопились, что забыли заменить в некачественно выполненном подстрочном переводе указанного кодекса Судана многие местные реалии. Например, там остались штрафы в суданских фунтах. Плата за кровь должна была взиматься верблюдами. А где вы найдете в Чечне, например, 100 верблюдов за убийство дееспособного свободного мужчины, как того требует закон? 24. Эта попытка была во многом искусственна, так как традиционный образ чеченцев, обычаи, социальные отношения в большей степени базировались на датах, а не на канонах шариата. Сферы влияния даты шариата на социальную и духовную жизнь чеченцев всегда были разграничены. В ведении шариата находилось регулирование не части семейно-бытовых, религиозно-погребальных и других социальных явлений, тогда как в ведении адата также оставался большой пласт этнической культуры, чеченский этикет, подчеркнутое гостеприимство, уважительные отношения к старшим, взаимопомощь, военная доблесть, кровная месть в большой степени базировались на нормах адата 25. В 1999 году, когда в Чечне началась смена центральной власти, этот основанный на адатах кодекс и, по мнению Игоря Киселева, заместителя начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Северном Кавказе,
и юридически закрепил право на существование обычаев кровной мести. 26. В сентябре 2010 года глава Чечни Рамзан Кадыров создал и возглавил так называемую комиссию по национальному примирению 27, которая была призвана урегулировать конфликты на почве кровной вражды. Кадыров призвал всех кровников простить друг друга, одновременно объявив о кровной мести находящемуся в Великобритании Ахмеду Закаеву, обвинив в причастности к произошедшему в конце августа 2010 года вооруженному нападению боевиков на Центарай, являющийся родовым селом главы Чечни 28. По официальным, не поддающимся проверке, данным, за время работы комиссии, благодаря усилиям духовенства и старейшин, в Чечне удалось добиться примирения 451 семьи, состоявших в кровной вражде на протяжении много десятков лет. Например, в январе 2011 года в селе Тазбичи и Тумкалинского района, как утверждалось, примирились семьи Мамадевых и Зулаевых. Их вражда длилась 106 лет с 1905 года, из-за ссоры, которая переросла в драку. От выстрела из ружья, который произвел Мамадев Яхье, проживавший в селе Зумса, и погиб житель села Тазбичи Зулаев деда 29. 17 октября 2011 года Рамзан Кадыров упразднил комиссию по национальному примирению, как выполнившую свою главную задачу – урегулирование конфликтов на почве кровной вражды. Однако уже на следующий день, 18 октября 2011 года, была создана новая комиссия по национальному примирению, на этот раз при Чеченском духовном управлении мусульман. В новостную хронику попадают далеко не все случаи кровной мести. Можно вспомнить несколько громких историй, связанных с этим обычаем. Например, в ноябре 2016 года после крупной автоаварии под Грозным все родственники виновного в катастрофе Алама Хаджаева, сам Алам в аварии не выжил, покинули село Чхайматан, опасаясь кровной мести. После этого, в начале декабря 2016 года Дум Чечни рекомендовал имамам не участвовать в похоронах погибших виновников ДТП, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также не заниматься в таких случаях вопросами примирения кровников. По мнению жителей Чечни, подобное решение муфтията может повлечь за собой увеличение числа случаев вендетты. Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье «Плата за кровь. У моего отца было две жены. С моей матерью отец разошелся, когда мне было лет 10, и уехал в Калмыкию, где женился на другой. Больше я с отцом не встречался, но слышал, что от второй жены у него тоже было несколько детей. Отец уже давно умер, так же, как и моя мать. И вот, в сентябре 2000 года ко мне ночью пришли несколько человек. Вызывают меня на улицу и спрашивают: «Ты, Абдурахман, сын такого-то, оттуда-то?» Я говорю: «Да». Они мне заявляют: «Мы пришли объявить, что на вас кровь. Твой младший брат убил в Калмыкии человека из такого-то рода, и мы объявляем вам кровную месть». В мае 2014 года, когда в военных действиях на востоке Украины участвовали добровольцы из Чечни, входившие в так называемую «дикую дивизию», один из них заявлял газете Financial Times: «Мы заберем сотню их, украинцев, жизни за жизнь нашего брата. Наш народ верит в кровную месть». В связи с этим заявлением, «Кавказский узел» опросил экспертов, которые сообщили, что у родственников убитых на Украине жителей Чечни нет права на кровную месть, так как это противоречит адату, а если один из участников конфликта является представителем другой веры, о кровной мести также не может быть речи. При расследовании убийства полковника Юрия Буданова, застреленного в Москве в июне 2011 года, в качестве одной из версий предполагалось, что Буданову могли мстить за убийство Эльзы Кундаевой, чеченской девушки, которую сам полковник считал виновной в гибели его подчиненных во время Второй Чеченской войны 30. В августе 2011 года в Москве был арестован уроженец Чечни Юсуп Тимирхунов, которого в апреле 2013 года признали виновным в убийстве Буданова. Однако в мае 2013 года суд переквалифицировал обвинение Тимирханова с части 2 статьи 105 «Убийство по мотиву кровной мести» на часть 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ, признав его виновным. В апреле 2011 года в Чечне жертвой вендетты стал принадлежащий к тому же ТЭПу, что и Рамзан Кадыров, бывший заместитель командира спецбатальона ГРУ «Восток» Магомед Тайсумов, Тайсон.
Следствие тогда рассматривало несколько версий происшедшего, но все они так или иначе связаны с местью за участие Тайсона в боевых действиях во время Второй войны в Чечне или совершенные им преступления в отношении гражданских лиц, похищение, убийство и вымогательство. 31. В соседствующей с Чечней Ингушетии 4 августа 2010 года был убит бывший замначальника Центра госзащиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, ранее осужденный за убийство по неосторожности владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Его убийство, как посчиталось следствие, также могло быть связано с кровной местью. Кроме того, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в интервью «Кавказскому узлу» рассказывал, что ему известно о случаях кровной мести в отношении родственников членов вооруженного подполья. Как и в Чечне, в Ингушетии для разрешения конфликтов действуют примирительные комиссии.